Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Алена Колосова, и я рада приветствовать всех, кто заглянул на мою кухоньку. Сегодня я поделюсь рецептом, как я готовлю самое простое, на мой взгляд, блюдо. Это картофель запекаю в духовке с курочкой. Итак, у меня уже есть начищенный картофель, есть курочка, здесь курятина, значит, кусочки. Она уже в специях, в майонезе, конечно же, хмели-сунели. И она уже маринуется некоторое время. И также у меня есть луковичка и замороженные перетертые чесночные стрелки. Их я добавлю в картошку. Итак, а помогать мне будет моя вот такая вот овощерезка с AliExpress. Здесь есть разные насадки. Друзья, имейте это в виду. Итак, начинаю. Картошечку я перетру и лук с помощью моей овощерезки. Все просто и быстро. Овощерезка прекрасно справилась с картошкой и луком и нарезала вот на такие вот слайсики. Во всяком случае, нам они очень нравятся. И от лука, и от этого. Теперь добавляю сюда замороженный чесночок. Все это перемешаю. Чуть-чуть присолю картошку. И картошка отправляется на противень, смазанный подсолнечным маслом. Можно добавить в картошку специи, можно не добавлять, поскольку специи есть уже в курице. Вот. Оставайтесь со мной, друзья, посмотрим, какое блюдо у меня получится в итоге. На дно смазанного маслом противня отправляется наш картофель с солью и специями. Красиво уже. А сверху выкладываю порционно курочку. Порционно порезанную курочку сверху на картошечку. Курица даст свой сок. Вот такая красота отправляется в духовку для запекания. Сколько будет запекаться, смотрите по своим духовочкам, друзья. Прошло 30 минут, и наша курочка заметно подрумянилась. Но для картошки 30 минут еще мало, поэтому продолжаем запекать. Ну что ж, прошел примерно час, и даже моя духовка с конвекцией справилась с этим блюдом. Вот. Курочка замечательно запеклась, картошка внизу тоже мягенькая. И мы отправляемся обедать, друзья. Канал у меня не кулинарный, так что не судите строго, но я очень люблю вот такие вот быстрые рецепты, на которые не надо тратить много времени, друзья. Еще раз пожелайте мне приятного аппетита, а вам, друзья, я желаю здоровья, здоровья и только здоровья. Берегите себя и своих близких, готовьте для своей семьи простые и доступные блюда. И оставайтесь здоровы. Еще раз. Всем пока, друзья!